Всем привет, друзья, с вами Бади. На дворе уже август, и по-хорошему, по доброй традиции, нужно записать подкаст, подводя итоги июля. Если честно, думал, записывать не записывать, потому что особо каких-то новостей или особо каких-то моих мыслей, которые я хотел бы с вами поделиться, у меня нет, отсутствует. Июль получился таким довольно тяжелым месяцем для меня во всех отношениях. Если применительно именно к каналу, да, к хобби моему, то, что вы наблюдаете на YouTube, то июль для меня знаменовался таким месяцем, которым мне вообще ничего не хотелось делать, в принципе. Как-то у меня вообще в июле отсутствовал интерес к компьютерным играм и к деятельности какой-то активной на канале. По двум причинам. Во-первых, было очень мало времени свободного, которое можно уделять всем этим копаниям, монтажу, играм и всему остальному. А во-вторых, что-то какое-то такое меланхоличное настроение было в связи со всеми другими обстоятельствами, что, в принципе, играть особо ни во что не хотелось. Но в любом случае, мы в июле прошли две игры. Ну, как прошли? Закончил на прохождение DLC The Walking Dead 400 дней, да, которое я прошел с удовольствием. Оно как-то вышло так стремительно. Его объявили в июне, а в июле оно уже вышло, в начале июля. То есть, как только оно вышло, я сразу за него взялся. Там получилось, по-моему, 5 или 6 серий, 5 или отдельных кампаний. Мне понравилось. Я даже скажу, что даже больше, чем основная игра, вот не в плане, в общем, да, если подходить как проекту, а вот именно в подаче материала, как это было сделано, все было более стремительно, не затянуто, то есть меньше всякой возни, осмотра локаций, больше экшена, то есть интерактивное кино уж в абсолюте полном, то есть самому что-то делать приходилось минимально. И интересная история из жизни каждого человека, которые пересекаются под конец, это как завязка ко второй части, второму сезону. Ну что могу сказать, с удовольствием прошли, с большим ожиданием смотрим в будущее и ждем второго сезона, который тоже будем проходить сразу, как он выйдет. Ну и идет на канале в течение июля, уже, наверное, будет самое длинное прохождение на канале Ведьмак, да, я взялся за эту серию, взялся за жанр, взялся основательно, то есть пытался пройти... Говорю пытался, потому что на данный момент, как я записываю этот подкаст, я его уже прошел. То есть начинаю выпускать серии по 2 в день. Получилось 56 серий. То есть я думаю, в течение там недельки-двух прохождения на канале закончится. Прошел с удовольствием. Конечно, там в финальной серии еще подвел итог, то есть не буду его дублировать, но могу однозначно сказать, что жалею о том, что не взялся за игру раньше. То есть такой полноценный, такой увлекающий проект, даже несмотря на то, что мне особо не хотелось как-то садиться играть, то есть настроения не было, я все равно садился, то есть записывал там 2-3 серии. То есть затягивает, обнаружил, что уже довольно поздно, и приходилось выходить, и это потом опять по новой тяжело садился, но как-то втягиваешься в нее. То есть в нее вживаешься в роль Геральта, насколько я не любил все эти прокачки, зелья, разного рода обильное количество диалогов. Ну, я вам скажу, что я все это тянулся и наслаждался каждой секундой геймплея, каждым полученным золотым, серебряным, там, бронзовым талантом, то есть каждым новым сваренным зельем, каждым новым завершенным квестом. Все это оставило довольно глубокий след на моем сознании, поэтому я немножко отдохну, то есть, наверное, как раз в то время, пока серии будут выходить на канале, и как только закончится этот выход серии на канале, я сразу возьмусь за вторую часть. Сейчас потихоньку начинаю
смотреть по ней материалы, то есть там потихонечку думаю, какую заставку сделать, какую музыку выбрать, то есть ее уже в Стиме я приобрел во время последней распродажи, то есть довольно удачно, там за 100 с чем-то рублей, то есть потихоньку-потихоньку готовлюсь к этому прохождению, потому что оно явно будет такое же длинное, такое же основательное, то есть я стараюсь взять все квесты, стараюсь выполнить все, то есть какие-то я там пропускал, но это совсем мелочи, или контракты на каких-нибудь зверей, или еще что-то, ну совсем мелко, то есть сюжетные квесты, сайдовые и основные, конечно же, я стараюсь выполнять, от этого как бы и прохождение затягивается, но и куда нам торопиться-то, торопиться, как говорится, нам некуда. Так что вот на канале оно еще проходит. Ну вот, в принципе, и все, что было из больших, из таких крупных игр на канале. Проходили небольшие инди-хорроры, маленькие проекты. То есть я постоянно их прохожу. Вот сейчас буквально, наверное, в день, когда этот подкаст выйдет, должен выйти двухсерийное прохождение игрушки Craven Miner. Miner прям отлично получилась игра. Я только жути испытал, когда ее проходил, но все это вы увидите в сериях, не пропустите. Так, ну в принципе это то, что было в июле, как я уже сказал, такое апатичное у меня в плане игр было настроение, мало времени. Сейчас к августу, я думаю, времени будет побольше, хотя, как говорится, не зарекайся. Но в любом случае есть желание, желание найти возможность поиграть. Что будет в августе у нас? Ну, из такого, из крупных проектов, как я уже сказал, после окончания Ведьмака начнем вторую часть. То есть она, я думаю, затянется еще и до сентября, если не дольше. Есть желание все же с Эдом допройти Cryofear, кооперативный режим, все, мы как-то не состыкуемся, не сядем в нее поиграть. То есть если будет, будет, не будет, ну, ничего страшного. Из таких проектов, которые свежевыходящие новинки, есть желание попробовать выходящие в конце августа проекты, такие как... Ну, во-первых, однозначно, наверное, я буду проходить полностью Том Кланси Splinter Cell Blacklist. Новая часть, да, из знаменитой серии. Тут что говорить, это Сэм Фишер, это все примочки, которые ему... характерное, скрытое прохождение, гаджеты и все остальное будем стараться проходить в стелсе. Ну, в любом случае, попробовать мы ее попробуем. Я планирую проходить ее полностью. То есть, если там совсем какого-то у меня отторжения не будет, то как бы планы не поменяются. Также выходит Lost Planet 3. Ну, честно говоря, после последней второй части, которую я поиграл, ну, буквально, может, минут 20-25 такого. Я как бы редко отличаюсь негативным отношением к играм, да, и редко высказываю негативные эмоции по поводу проектов, но вот редкостное говно, каким оказалось Lost Planet 2, то есть нужно еще постараться, чтобы таким быть, редкостным говно. Но в любом случае, посмотрим, что в третьей части, получилось ли у них что-то изменить в лучшую сторону. Ну, судя по роликам, да, но, знаете, ролики, они как бы всегда выглядят хорошо, чем сама игра, это уже закон жизни, как говорится. Поэтому попробуем, там посмотрим, что будет дальше. То есть первый взгляд будет однозначно, а уж будет ли прохождение или не будет, как бы поживем, увидим. Еще в конце августа выходит такой крупный проект, как The Bureau, да, то есть назовем его спин-офф, наверное, в серии XCOM. XCOM, просто XCOM. Я не проходил стратегии, потому что как-то я к этому жанру, в принципе, отношусь скептически. Хотя я и к RPG раньше относился скептически, поэтому чем черт не шутит. У меня, кстати, есть бесплатная версия XCOM Enemy Unknown, мне ее подарили в Steam, я не знаю, что какую-то я игру купил, то ли BioShock, то ли что-то, и мне бесплатно подарили XCOM. Я как бы этому был удивлен, но в любом случае приятное дополнение. Может быть, как-нибудь нечего делать, я сяду в него поиграю, может, я также увлекусь. Поэтому это будет у нас тактический шутер от первого лица, довольно сложный проект, довольно сложной творческой судьбы, то есть он как раз откладывался, полностью переделывался, менялось время, в котором будет сюжет, менялись основы геймплея. Если изначально это был просто шутер, то теперь это тактический шутер, то есть завязанный именно на
какое-то стратегическое, тактическое мышление и на использование каких-то маневров, чтобы улучшить прохождение своего отряда. Играть мы там будем, я так понял, за отряд каких-то ФБРовцев, которые воюют с инопланетянами. Я слабо знаком с вселенной XCOM, но в любом случае мы также посмотрим этот проект в первом взгляде. По поводу прохождения тоже зарекаться не буду, все возможно. Ну и из таких проектов, которые еще можно как бы заценить, это проект под названием Payday, вторая часть. То есть первую, если не ошибаюсь, выходила на PlayStation. Ну, там кооперативное прохождение возможно, можно грабить банки, как-то планировать это все. Тоже слабо знаком с игрой. Однозначно посмотрим, то есть в первом взгляде, как только она выйдет, то есть немножко познакомлюсь с ее историей, немножко почитаю, что это вообще за проект, чем он дышит и что от него можно ожидать. И посмотрим, то есть, может быть, запилим кооперативное прохождение, если получится. Но, опять же, не хочется зарекаться, не хочется обещать. Это из таких проектов, которые свежевыходящие. Также будем продолжать проходить небольшие проекты, инди-хорроры. То есть, я себе примерно там наметил парочку, тройку проектов, которые, возможно, появятся на канале. То есть, я сейчас просто их скачал. Мне нужно их немножко посмотреть, просто запустить, как они, что из себя представляют. Какие-то из них более-менее знамениты, потому что на них уже есть летсплеи в интернете, какие-то новые. Но в любом случае, несколько таких небольших инди-хорроров, может быть, даже с серии на 5-10, будут появляться на канале. Это обязательно я за этим слежу, потому что, насколько я понимаю, многим нравятся именно инди-хорроры, им нравится именно не играть в них, а смотреть, как мучаются другие. А чаще всего именно не играешь, а мучаешься. Пытаешься просто остаться, сохранить рассудок и остаться со здоровой психикой. Так, ну в принципе, пока ничего больше не хочется планировать. То есть, если что-то мне в голову придет. Идет у нас еще прохождение Borderlands с Иваном. Я, кстати, забыл об этом сказать. То есть тоже довольно тяжелое для меня прохождение, не в плане геймплея, а в плане того, что редко нам удается с Иваном состыковаться. То есть там первые 5 серий мы записали за один присест, еще вот 3 серии мы записали вот буквально вот за день того, как я записываю подкаст. То есть, возможно, перебои с сериями по двум причинам. Во-первых, тяжело состыковаться, во-вторых, по мере серии кто-то смотрит и поймет, что я имею в виду. То есть у Ивана проблемы с железом, с компьютером. Он то вылетает, то у него компьютер выключается, то еще что-то, он отвлекается, то еще какой-нибудь геморрой. И в итоге получается, что серии довольно сильно склеенные, то есть смонтажированные. И, возможно, перебои с их выходом. Ну, то есть это все зависит не от меня. То есть я стараюсь так, чтобы одна серия в день выходила. Если не выходит, то поверьте, это как бы не в моих силах. Это все зависит от моего друга Ивана. Довольно тяжело с ним играть. Я думаю, тот, кто смотрит, тот понимает, о чем я говорю. Но в любом случае мы получаем какое-никакое удовольствие от этого прохождения. И я думаю, по окончании первой серии, я имею в виду части, мы возьмемся за вторую. Вполне возможно. Почему нет? То есть, тем более говорят, что вторая часть лучше. Ну, кто-то говорит лучше, кто-то говорит хуже, это как обычно у кого-то. Кто-то любит именно первую часть выходящих игр, засирая все остальные. Кто-то считает, что продолжение всегда лучше. Я приверженец того, что с каждой частью игр становится все лучше, потому что разработчики, по идее, должны, и на практике это видно, что исправляют ошибки, допущенные в релизных сериях. Ну, это, в принципе, то, что по игрушкам, то есть, примерный план действий я вам обозначил, то есть, что-то на канале в любом случае будет выходить, канал простаивать не будет, то есть, я ухожу так вот с удовольствием, да, вот с удовольствием, я ушел в серию Ведьмака и уйду, я думаю, во вторую часть, также с головой, то есть, это то, на что я делаю акцент для себя, для, так сказать, для своего личного удовольствия. В принципе, я не особо не следил за игровыми новостями в июле, и, насколько знаю, ничего такого знаменательного того, что привлекло бы мое внимание, не произошло. То есть продолжает появляться информация об играх, которые были анонсированы на E3, то есть видеоролики какие-то небольшие дневники разработчиков, какие-то такие, как, знаете, как собакам куски мяса бросают, так и они нам бросают немножко информации о том, о сём. То есть продолжаем ждать проектов, которые выходят этой осенью, которых будет очень много. Продолжаем
следить за новостями Next Gen, новых приставок Xbox One и PlayStation 4. Я, кстати говоря, что-то в последнее время так более скрупулезно посидел, почитал все эти характеристики, все эти графики выхода игр, и понял, что, в принципе, на запуске у PlayStation и Xbox будет там по одной, по две игры максимум, из-за которых стоит купить приставку, это вполне возможно. Я-то, в принципе, наверное, куплю, потому что я всегда люблю все покупать сразу, как только появляется. Но, в принципе, вот так сейчас думаю, что, в принципе, наверное, до зимы, до февраля, наверное, где-то, может, даже до весны 2014 года торопиться с покупкой Next Gen не стоит, потому что все основные игры там выходят попозже. Ну, я имею в виду те, которые эксклюзивные. То есть то, что мультиплатформа, это понятно. Я обычно как бы люблю мультиплатформу играть на персоналке, потому что железо позволяет, и потому что, в принципе, все это более доступно. По поводу, кстати, компьютера, все как-то вот хочу немножко, даже несмотря на то, что у меня железо довольно хорошее, хочу видеокарту новую купить. Что-то так, сейчас вышла новая серия NVIDIA, 7-я, да, говорят 780-я, я читал обзоры. Модель карты, она практически по характеристикам такая же, как и Титан. Там уступает буквально 5% производительности. Ну и цена, конечно, у нее заоблачная, 30 тысяч рублей. Как бы вот я подумал, купить, не купить. Как бы если появятся лишние деньги, то, наверное, возьму, обновлю компьютер к осени. Ну, в принципе, моему компьютеру собранному уже год. Но я что-то в последнее время стал замечать, что не могу поставить комфортные настройки различного там антианалайзинга и сглаживания, там, чтобы это было прям совсем максимум. Текстурки, синхронизация, вертикальная и все остальное, это я всегда ставлю на максимум. А вот именно всякие там примочки типа сглаживания и так далее и тому подобное, вот там, которые исчисляются цифрами 2, 4, 8, 16 там, и все остальное, иногда приходится маленько жертвовать, то есть ставить наполовину, потому что даже несмотря на то, что железо у меня хорошее, но оно не топое в любом случае. Поэтому есть желание еще обновить маленько свой компьютер, но это так уже вопрос наличия средств. То есть такие дела рутинные. Вот, в принципе, все, о чем я хотел поговорить в этом подкасте. Даже несмотря на то, что особо говорить-то не о чем, наговорил на почти на 20 минут. Этим я всегда отличаюсь. Так, ну, в принципе, все. Все, что я хотел сказать. Канал живет своей обычной жизнью, серии выходят. Еще хотел обратить ваше внимание, что сейчас на канале будет планируется кооперативное прохождение Left 4 Dead второй части с подписчиками. Это инициатива администратора группы ВКонтакте, то есть он будет одним из участников постоянным этого прохождения. И то есть два человека, из подавших заявку в теме, будут участвовать в различных сериях. Мы пока не определились, как это будет выглядеть. То есть, грубо говоря, с одним набором людей одна компания или одна серия. То есть запишем пробные пилотные серии, а там посмотрим, в принципе, возможно ли это, получится ли это, будет ли это интересно для участников и для зрителей. То есть все это решится буквально там первые несколько серий выхода. В принципе, на этом давайте прощаться. Спасибо за внимание, спасибо, что очередной раз послушали мою болтовню. С вами был Anybody Play. Подписывайтесь, ставьте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в подкасте в сентябре. Все, пока. Пока.